Потрясающий форум, мне кажется, это совершенно новый формат. Мы увидели студентов, которые уже сейчас являются готовыми учителями, с горящими глазами. Они вроде бы совсем недавно были детьми, которые сидели по другую сторону парты. Они все помнят, что они хотели бы изменить, как они хотели бы, чтобы преподавались предметы. И этот форум показал, что он умеет объединять студентов. Они могут обмениваться свежими идеями, они могут генерировать новые. И когда происходит синергия молодых умов, молодой энергии, то, конечно, наша страна получит, я абсолютно уверена, будущих учителей, харизматичных, ярких, свободных, мыслящих. И будущее в их руках. И если действительно такое у нас будущее, нам совсем не страшно. Вам, как эксперту, что больше всего запомнилось? Мне очень понравилась последняя панельная дискуссия, потому что в этот момент студентов не оценивали, и они могли быть уже сами собой. Одно дело, когда ты выходишь и четко понимаешь, что каждый твой шаг отслеживается, оценивается, это одна ситуация. Многих готовили команды, и это было видно, что участник представляет именно командную работу. А на панельной дискуссии я смогла увидеть индивидуальную личность каждого. Это ценно, и это здорово.